Артур Хачуян занимается как раз таки, ну как-то, на, можно здесь сказать, на темной стороне, ну если там в контексте нашей конференции. Ну, на стороне корпорации, да. Да, он собирает ваши данные и продает их корпорации. На самом деле нет, но... Сдерживайте толпу. И он как раз расскажет, как корпорации могут использовать ваши данные, вообще что происходит с, собственно, с данными, когда они попадают онлайн. Но он не будет, наверное, рассказывать, что затем делать. Мы об этом подумаем дальше. Расскажу. Да? Окей. Отлично. Хорошо. Ну, собственно, подробнее. Да, окей, спасибо. Передаю тебе слово. Да, всем привет. На самом деле, долго рассказывать не буду. На предыдущем мероприятии мне представили человека, которому Facebook даже аккаунт собаки заблокировал. Вот. Но тем не менее. В общем, да, всем привет, меня зовут Артур, я действительно занимаюсь обработкой и сбором данных. Конечно же, я не продаю никому никакие персональные данные в, как сказать, в открытом доступе. Шучу. В общем, моя сфера деятельности – это извлечение знаний из данных, находящихся в открытых источниках. То есть, когда что-то юридически является, как сказать, неперсональными данными, но из этого можно извлечь знания и сделать их такими же по значимости, как если бы эти данные были получены из, собственно, персональных данных. Вот. Ничего, на самом деле, страшного рассказывать не буду. Здесь, правда, про Россию, ну, про Беларусь у меня тоже есть цифры, но буквально позавчера я был в Москве в одной из, значит, руководящих правящих партий, не буду говорить какой, и мы обсуждали, значит, внедрение какого-то проекта, и, значит, IT-директор этой партии встает и говорит: вот вы говорили там числа и так далее. Вы знаете, вот мне второе управление, значит, ФСБ подготовило тут записку, где написано, что россиян в социальных сетях 24 миллиона человек. А вы говорите там 120 с чем-то, вот. У нас вообще-то более 30 интернетом не пользуются. Я говорю, да? Ну окей. Ну, в общем, люди на самом деле себе просто не осознают масштабы. Это не обязательно государственные органы, которые до конца, наверное, не понимают, как интернет работает. Вот. Но на самом деле даже, например, моя мама, да, она вот только сейчас начала понимать, что карточку в Перекрестке ей бесплатно дают не просто так, не за жалкие скидки, которые Перекресток предлагает, а за то, что потом ее данные используются в УФД, в покупках, в прогнозных моделях и так далее. Ну, в общем, жителей вот столько, и о стольких есть информация в открытых источниках. О ком-то известно только там имя, фамилия, вот, а о ком-то известно все, вплоть до, не знаю, там, порно, который он лайкает. Я всегда про это шучу, но это действительно так. И всевозможную информацию, как часто люди путешествуют, с кем они встречаются, какие покупки делают, где живут, как перемещаются, много всякой информации, которую могут использовать плохие, не очень плохие и хорошие ребята. Я даже не знаю, какую на самом деле шкалу сейчас придумать, но тем не менее. Да, есть соцсети, которые, естественно, являются гигантским набором социальных сетей, о господи, открытых данных, играя на слабостях людей, которые вроде как кричат о приватности. Это на самом деле так, да, если вы представите себе график, то за последние 5 лет вот уровень истерии по поводу персональных данных растет, но при этом количество закрытых аккаунтов в социальных сетях снижается из года в год. Ну, то есть... Может быть, конечно, выводы из этого делать не совсем правильно, но на самом деле первое, что останавливает любую компанию, которая собирает данные, это тупо закрытый аккаунт в социальных сетях. Потому что мнение человека внутри своего закрытого аккаунта, если у него там не 100 тысяч подписчиков, оно на самом деле не очень интересно для какого-то анализа, но бывают, конечно, и такие случаи. Я не знаю, когда-нибудь к вам стучались ваши друзья, как сказать, какие-нибудь старые школьные, с которыми вы никогда не общались, а потом этот аккаунт исчезал. Есть такое среди плохих ребят, которые собирают телефоны, у них такая распространенная штука, они анализируют друзей, а список друзей практически всегда открыт, даже если человек закрывает свой профиль. Либо список друзей можно восстановить в обратную сторону, собрав всех остальных пользователей. Он берет какого-нибудь неактивного вашего друга, делает копию его странички, стучится к вам друзья, вы его добавляете, и через 2 секунды аккаунт удаляется. И вы даже не заметили этого, но при этом копия вашей странички осталась. Так, собственно, делали вот ребята недавно, когда, значит, 68 миллионов профилей из Фейсбука улетели куда-то. Они примерно так же всем друзья добавлялись, копировали эту информацию.
Вот, даже кому-то писали в личных сообщениях, что-то делали. Но тем не менее, да, соцсети — огромный источник информации. Практически в 80% случаев информация берется не о конкретном человеке напрямую, а из его ближайшего окружения. Это всевозможные косвенные знания, признаки. У нас это называется алгоритм «злой бывший», потому что одна моя знакомая подтолкнула меня на эту абсолютно гениальную мысль. Она никогда не следила за своим парнем, она всегда следила за 5 его друзьями и всегда знала, где он находится. Но это на самом деле целый повод там научную статью на это написать. Но тем не менее. Вот. Да, есть на самом деле огромное количество ботов, которые делают тоже всякие хорошие и нехорошие вещи. Есть безобидные, которые тупо подписываются на вас, чтобы потом вам косметику рекламировать. А есть на самом деле серьезные сетки, которые пытаются, как сказать, мнение какое-то свое навязать, особенно перед выборами сейчас. Не знаю, как в Беларуси, но вот в Москве перед муниципальными выборами у меня вообще-то внезапно появилось огромное количество друзей каких-то непонятных, причем каждый за разного кандидата агитирует, то есть они абсолютно не анализируют тот контент, который я потребляю, они просто пытаются мне навязать какую-то непонятную реформу, с учетом, что я в Москве вообще не прописан, голосовать не пойду. Вот. Но тем не менее. Плюс есть Тор, который все вроде как не то что недооценивают, все считают, что туда нужно зайти только чтобы купить наркотики или узнать, как собрать оружие, но на самом деле там есть очень много источников данных. Они практически все незаконные, такие околозаконные, потому что кто-то мог на каком-нибудь хакерском форуме взломать базу авиаперевозчиков и выкинуть туда. Юридически вы эти данные использовать не можете, но если вы получите оттуда какое-то знание, как в американском суде, да, например, запись аудиоразговора, сделанная без ордера, вы не можете использовать, да, но знания, которые вы из этой аудиозаписи получили, вы уже не забудете. И здесь примерно то же самое. Это на самом деле очень такая опасная штука, поэтому я всегда шучу, но это правда. Я заказываю еду всегда в соседний дом, потому что Delivery Club, его очень часто ломают, и у него реально есть такие проблемы. А недавно я прям очень удивился, я заказывал продукты, и на коробке, которую я относил на мусорку, наклеен стикер, на который написано «Артур Хачьян», номер телефона, адрес, квартира, код от домофона и имейл. Мы даже на самом деле пытались договориться с московским муниципалитетом, чтобы дали доступ на помойку. Ну, в общем, приехать на склад отходов и попробовать чисто ради интереса просто найти какое-нибудь упоминание либо данных персональных, ну, сделать такое что-то типа мини-исследование. Но нам отказали, когда узнали, что мы хотим с сотрудниками Роскомнадзора прийти. Но это реально так, на самом деле. Если вы смотрели офигенский фильм «Хакеры», да, помните, они там в мусоре ковырялись для того, чтобы какой-то участок вируса найти. Но на самом деле это тоже такая популярная штука, потому что люди же, когда что-то выкинули в открытые источники, они забыли об этом. Да, это может какой-то, не знаю, там школьный сайт, на котором они писали диссертацию о превосходстве белой расы, а потом они пошли, не знаю, в Госдуму и забыли об этом. А такие случаи на самом деле были. Вот, да. Если зайдете так, да, в топчик на сайт Wife News. У меня студенты 2 года назад делали исследование, они взяли всех участников праймерис «Единой России», они, соответственно, там официально в ЦИК подали свои аккаунты в соцсетях, посмотрели вообще, что они лайкают. Порно, там, детское, какой-то трэш, непонятные объявления от странных взрослых женщин. Ну, в общем, то есть, как бы люди просто забыли об этом. Потом они написали письмо о том, что там у 20 человек аккаунты украли, да, но аккаунты у них украли 2 недели назад, а 8 месяцев назад они их типа в избирком подали, а лайки были 2 года назад. Ну, в общем, понимаете, да? Там есть реально огромное количество информации, которую на самом деле даже в исследовательских целях можно всегда использовать. Такой тоже, да, мини-офф-топчик. Вчера новость увидел о том, что Роскомнадзор заблокировал исследование студентов вышки 2-летней давности. Может, кто-то видел эту новость? Нет. Это вот мои студенты делали исследование. Они из Тора, с сайта Гидра, где продаются наркотики, прошу прощения, с Рампа, собрали, значит, информацию, сколько что в каком регионе России стоит, и сделали исследование, называлось «Потребительская корзина тусовщика». Вот. Это, конечно, смешная штука, но с точки зрения дата-анализа, на самом деле, дата-сет интересный, потому что 2 года по всяким хакатонам ходил, то есть это реальная штука, там много чего интересного есть. Ну, как-то так, да?
Обычно, когда человека спрашиваешь, какой утечки данных ты боишься, особенно если у человека заклеена веб-камера, он всегда структуру приоритетов примерно вот так вот ставит. Да, хакеры, государство, корпорации. Ну, это, конечно, шутка. Но на самом деле активные дата-аналитики и всевозможные исследователи данных понаворовали гораздо больше, чем, мне кажется, страшные русские, американские или какие-нибудь там другие хакеры. Подставьте любое, в зависимости от ваших политических убеждений. В общем, обычно всегда все боятся этого. Наверняка у вас же у всех веб-камера заклеена, да? Вот. Можете даже руки не поднимать. Но если хакеры делают что-то незаконное, а государству нужно разрешение судебное на получение данных, то вот последним ребятам вообще ничего не нужно, потому что у них есть такая штука, как пользовательское соглашение, которое никто никогда в жизни не читает, и я искренне надеюсь, что подобные мероприятия заставят людей все-таки читать личные сообщения, соглашения, да. Потому что я не знаю, как в Беларуси, но вот в Москве в середине там того года была такая волна приложения GetContact. Вы, наверное, были в курсе, да, когда все, когда появилось непонятно откуда приложение, которое говорит, ты дай-ка доступ ко всем своим контактам, а мы тебе покажем, как ты у кого был смешно записан. Вот в СМИ не всплыло, но не очень много высокопоставленных государственных сотрудников жаловались, что им начали все звонить постоянно. Но, видимо, администраторы решили в этой базе, там, не знаю, телефон Шойгу найти или еще кого-нибудь, Волочков. Ну, в общем, да, то есть как бы безобидная штука, но те, кто читали лицензионное соглашение GetContact, там написано: спам в неограниченном количестве в неограниченное время, продажа ваших данных бесконтрольная третьим лицам без ограничения прав, срока давности и вообще всего, чего только можно. Вот. И это на самом деле не такая, не, ну, как сказать, не супер редкая история, да, потому что вот мне Facebook, пока я там был, да, по 15 раз в неделю показывал уведомления, а синхронизируй-ка контакты, а я найду тебе всех твоих друзей, которые у тебя есть. Вот. Ну, как-то так. Но на самом деле действительно приоритеты в обратную сторону, потому что корпорации защищает частное право, и поэтому практически во всех случаях невозможно доказать, что она не права. А с учетом того, что она большая, страшная и очень дорогая, то это практически невозможно. А если вы еще и в России с устаревшим законодательством, то как-то все совсем печально. Кстати, к слову, да. Знаете, чем отличается российский закон, а он, ну, практически белорусский, от, например, GDPR? Вот российский 152 ФЗ, он защищает данные. Это пережиток прям советского прошлого. Документ, который защищает данные от утечки куда-то. А GDPR защищает права пользователей. Права на то, что они там лишатся каких-то свобод, привилегий или еще чего-то, потому что их данные куда-то утекут. Они прям Data Leak ввели прям такое понятие. Да? А у нас все, что тебе могут вменить, штраф за то, что у тебя нет сертифицированного OpenXL, да, для обработки персональных данных. Надеюсь, что это когда-нибудь поменяется, но думаю, что не в ближайшее время. Окей. Первая, да, страшная история, про которую, наверное, все постоянно думали, это чтение личных сообщений. Наверняка среди вас есть человек, который когда-нибудь что-нибудь вслух говорил, а потом он получал таргетированную рекламу. Да? Были такие руки? Поднимите. Но я на самом деле не верю в историю того, что условный Яндекс.Навигатор распознает прям аудио в потоке для всех пользователей, потому что те, кто немного сталкивались с распознаванием голоса, они понимают, что, во-первых, дата-центр Яндекса в 5 раз больше должен быть, но самое главное, стоимость рекламного привлечения такого человека стоила бы огромные деньги, да, чтобы в потоке распознавать там аудио и понимать, о чем человек говорит и так далее. Но реально есть, как сказать, алгоритмы, которые тегируют вас по определенным ключевым словам, для того, чтобы потом, соответственно, какую-то делать рекламную коммуникацию. Таких исследований, на самом деле, проводили массы. Я 100 раз делал чистые аккаунты, что-то кому-то писал в сообщениях, а потом внезапно начинал получать рекламу, казалось бы, вообще никак не связанную с этим. Выводы здесь, на самом деле, два. За такой историей. Считается, что человек просто попадает в какую-то статистическую выборку, то есть вы, там, не знаю, мужчина 25 лет, который именно вот в этот момент должен был столкнуться, не знаю, с курсами английского языка, как раз ровно в тот момент, когда вы кому-то написали. По крайней мере, Facebook всегда так в суде говорит, что, значит, есть некая модель поведения,
заведение, которое мы вам покажем, не покажем, которое было построено на данных, которые мы вам не покажем. У нас есть внутренние исследования, которые мы вам точно не покажем, потому что все коммерческая тайна. В общем, вы попали в некую статистическую выборку, поэтому мы вам это показали. Вот. К сожалению, на самом деле, это вообще невозможно доказать, если у вас нет какого-то человека внутри компании, который как-то подтвердит эти действия. Но в американском праве в таком случае соглашение и неразглашение этого сотрудника стоит выше юридически, нежели его желание вам помочь. Поэтому как бы никто этого не сделает. А еще интересно, было где-то год или полтора назад начал развиваться тренд в Америке, когда люди ставили расширение для браузера для того, чтобы оно шифровало сообщения Фейсбука. То есть ты пишешь что-то человеку, он ключом на устройстве его шифрует и отправляет билиберду в открытый доступ. Так вот, Facebook в течение, наверное, полутора лет судилась с этой компанией и такие непонятно на каких основаниях, потому что я плохо разбираюсь в американском праве, заставила их удалить это приложение и потом сделала поправку в пользовательское соглашение. Если вы посмотрите, там есть такой пункт, что вам нельзя пользоваться, что вам нельзя передавать в зашифрованном виде сообщения. Там как-то это так хитро описано, что нельзя использовать криптографические алгоритмы для того, чтобы видоизменять сообщение, но есть такое. То есть они прям сказали, что либо ты пользуешься нашей платформой и пишешь в открытом доступе, либо как бы не пишешь. И отсюда возникает вопрос, а нафига им вообще нужны личные сообщения? Здесь очень простая штука, что все, кто занимаются анализом там, да, цифрового следа, активности человека, пытаются использовать как-то эти данные для, не знаю, там, маркетинга или еще чего-то, у них есть такая метрика, как достоверность. То есть некий образ человека в социальных сетях, вы понимаете, да, прекрасно, что это не всегда сам человек. Да, этот образ, он всегда чуть успешнее, чуть более лучший и так далее. Личные сообщения – это реальные знания, которые можно получить о человеке, и они практически всегда на 100% достоверные. Ну, потому что редко кто-то будет в личных сообщениях что-то кому-то писать, обманывать, и это все очень проверяется легко по, соответственно, другим сообщениям. Вы поняли, о чем я говорю. То есть суть в том, что знания, извлеченные подобным образом, они практически на 100% достоверные. Поэтому все всегда пытаются их заполучить. Но, тем не менее, это все равно, да, опять же, очень сложно доказуемая история. А те, кто верят, на самом деле, в то, что у условного ВКонтакте есть вот такой вот доступ для правоохранительных органов, для личных сообщений, это на самом деле не совсем правда. Если вы просто посмотрите историю судебных запросов на раскрытие информации, как ВКонтакте очень хитро, в данном случае Mail.ru, отбивается от этих запросов. У них главный всегда аргумент, по закону правоохранительные органы должны аргументировать, почему именно нужен доступ к личным сообщениям. Как правило, если это убийство, всегда говорят, что следователь говорит, что, скорее всего, человек сказал, где он спрятал оружие в личных сообщениях. Но мы с вами понимаем, что ни один здравомыслящий преступник никогда в жизни во ВКонтакте своим подельникам не напишет о том, где он спрятал огнестрельное оружие. Но это один из распространеннейших вообще, как сказать, вариантов, чем отчитываются чиновники. А вот еще один такой страшный, возможно, пример. Меня просили сегодня страшные примеры говорить. Про Россию, надеюсь, в Беларуси такого не будет, но тем не менее. Вот по закону, да, следователю необходимо иметь достаточно веские обоснования для владельца данных, не для владельца, для оператора, чтобы раскрыть эту информацию. Естественно, нигде эти достоверные параметры не описаны, какие они в каком виде должны быть, но в России существует сейчас все большее количество прецедентов, когда для суда такое основание появляется, если есть некая модель, которая спрогнозировала определенное хорошее или плохое поведение. То есть у нас никого не могут посадить, и это хорошо, за то, что вы попали в некую статистическую выборку чистокровных убийц, да, и это хорошо, потому что это нарушает, господи, презумпцию невиновности, но есть прецеденты, когда подобные результаты подобных прогнозов использовались для получения разрешения, собственно, судебного на получение данных. И не только в России, кстати, в Америке тоже такая штука есть. Там Palantir всех уже давно тоже отскорил и подобные штуки используют. Ну, это так, страшная история.
Это вот у меня исследование, мы проводили такое, по Питеру гуляли, там здесь плохо видно, в местах зеленых точек мы писали какие-то ключевые моменты друзьям, ну, с чистых аккаунтов, типа «хочу-ка я выпить кофе», да, «а где купить стиральный порошок» и так далее. А потом, соответственно, получали геопривязанную рекламу. Каким магическим образом, я даже не так, как там говорили, там, совпадение, не думаю. Но чего писали сообщения? Личные сообщения, просто с нового аккаунта. Соцсеть, да, ВКонтакте, ВКонтакте. Вот, да простит меня Mail.ru, но это так. Любой желающий может подобный эксперимент повторить. Кстати, вот на это, когда писали заявление в поддержку, Mail сказал, что там стояли Wi-Fi точки, которые ваш MAC-адрес захватили. Вот. Такое тоже есть, но тем не менее. Окей, да. Следующая история – это извлечение дополнительных знаний, кусочек которого я немного коснулся. На самом деле профиль, заполненный человека в соцсетях, он реально несет в себе, там, может, 15-20% реальных знаний, которые оператор данных хранит о нем. А вся остальная история получается всегда, на самом деле, из очень интересных вещей. Почему, думаете, Google развивает очень сильно все библиотеки для компьютерного зрения? В частности, они были одними из первых, кто развивал библиотеки для, собственно, анализа и категоризации объектов на там, заднем фоне, на переднем плане, неважно где. Потому что это огромный источник дополнительной информации. Какая у человека машина, квартира, где он живет, там, не знаю, предметы роскоши. Было куча всяких типов бросов на хакерские форумы, когда якобы сливались, значит, обученные нейросетки Гугла, уж не знаю, чьи они были, но тем не менее. Там было много интересного на тему, значит, размера груди, объема талии, что только люди не пытались узнать о людях других, соответственно, на основании анализа там фотографий, потому что когда человек фотку делает, он же не всегда думает о том, сколько всего можно интересного с нее узнать. А сколько уж в России выкладывают паспортов новорожденных, так это вообще, или ура, мой ребеночек получил визу, это вообще прям боль современного общества, на самом деле, такое, да, еще тоже автоп, я сегодня буду делиться с вами фактами. Ну, окей, в Москве самые популярные судебный прецедент по персоналу, ну, как бы, самое частое слив персональных данных в Москве, знаете, у граждан какое? Это ЖКХ, когда на дверь вешают список должников, а эти должники потом подают в суд, потому что их персональные данные в открытый доступ попали без их разрешения. На самом деле, вдруг, если с вами такое случится, такое это самое офтоп, я почему-то вспомнил про это. Но суть в том, что человек, когда делает что-то, да, он же не знает, там, что было на этой фотографии, не было. Как-то так. Номеров автомобилей сейчас очень много. На самом деле мы как-то проводили исследования, пытались понять, какое количество людей там с открытыми фотками машин, у них есть, соответственно, правонарушения и так далее. Но это, к сожалению, можно было только по слитым базам ГИБДД сделать, где есть только номер, поэтому не очень достоверная информация. Но как бы тоже было интересно. В общем, это первая история. Вторая история – это, соответственно, модели поведения, контент, который потребляет человек, потому что одна из самых главных метрик, которые соцсеть пытается о вас построить, это то, как вы взаимодействуете с рекламой. Потому что, да, какими бы офигенскими и точными алгоритмами бы не были, как бы все замечательно не работали, там, искусственный интеллект и все прочее, но реальный приоритет социальной сети всегда – это зарабатывать деньги. Да, поэтому если придет условная, там, не знаю, Coca-Cola и скажет, хочу, чтобы мой пост увидели все жители Беларуси, они его увидят, да, вне зависимости о том, что об этом человеке думают там алгоритмы, как его там таргетировали. Вы же наверняка получали рекламу какую-то, помимо супер-супер таргетированной, получали наверняка чушь вообще никак не связанную. Потому что за эту чушь не связанную очень много денег заплатили. Вот. Но одна из главных метрик – это понять, с каким контентом вы взаимодействуете лучше всего, именно как на него реагируете, для того, чтобы вам показывать подобную рекламную историю. И, соответственно, это метрика того, как вы взаимодействуете с рекламой. Кто ее банит, кто нет, как человек кликает, читает он только заголовки или, не знаю, там полностью проваливается в материал, а потом на основании этого продолжать вас удерживать в этом, как это сейчас говорится, фильтр, пузырь фильтров, для того, чтобы вы продолжали там взаимодействовать с этим контентом. Вот. На самом деле, если вдруг вам когда-то будет интересно, вы просто попробуйте долгое время, ну, в течение, может, недели, может быть, месяца, просто всю подряд рекламу банить в соцсети, вам показывается какое-то объявление, вы его закрываете.
если вот это анализировать и наложить на график, будет интересная история. То есть, если вы неделю где-то будете банить рекламу, следующую неделю вам она будет показываться в усиленном варианте и вообще из разных категорий. То есть, условно, да, вы любите собак, и вам показывается реклама с собаками. Вы всех собак забанили, и дальше они вам начнут показывать всевозможную разностороннюю чушь из разных вариантов для того, чтобы пытаться понять, что вам нужно. А потом, в конце концов, плюнут на вас, пометят вас как, соответственно, человека, который с рекламой не взаимодействует, поставят на вас условный крестик, и в этот момент вам начнут показывать рекламу, статистическое совпадение, исключительно богатых брендов. Ну, то есть, вот в этот момент вы будете видеть только рекламу Coca-Cola, KitKat, Unilever и всех людей, которые башляют огромное бабло, потому что нужно откручивать просмотры. Да, вот ради интереса просто вот задайте целью и в течение, может, там месяца проведите такой эксперимент. Одну-две недели баните всю рекламу, потом видите все подряд и баните ее, и в конце концов будете видеть только рекламу, как потом оказывается и говорят рекламные агентства, только клиентов, которые платят за просмотры, потому что невозможно понять, как вы с этой рекламой взаимодействовали. Вы с ней никак не взаимодействовали, но тем не менее. Вот. Ну и, соответственно, здесь история про всевозможное отслеживание поведений. У меня такой примерчик интересный. Это посетители одного государственного веб-сайта. Там смешное, что чем больше глубина просмотра у людей, тем больше из этих людей предпочитают просмотр порно традиционным отношениям. Сори, что я все время про эту тему говорю, но на самом деле у меня очень хорошие отношения с Порнхабом, и это всегда очень интересное исследование, потому что это тема, которая вроде как запретная, но она очень многое о человеке рассказывает. Да, и вытекающие отсюда там следующие будут пункты про продачу трафика, мы еще про Pornhub вспомним. Да, мое любимое — это, соответственно, обход законов о персональных данных, потому что если почитать техническую документацию, например, того же Facebook, который предоставлял какие-то внутренние документы, например, в суд, вы там не найдете упоминания ни о распознавании лиц, ни об анализе голоса, ничего. Там будут очень сложные формулировки, которые ни один высококвалифицированный юрист не найдет внутри законодательства. У нас в России примерно так же работает, я вам такую сейчас штуку покажу. Да, вот вы здесь что видите? Любой нормальный человек скажет «лицо». Это, кстати, Саша Грей, по-моему. А юридически это матрица точек, неких трехмерных точек, которых тут 300 тысяч штук. И вот хорошо это или неплохо, но по закону это не считается персональными данными. Вообще РКН российский не считает одну фотографию персональными данными. Он считает персональными данными фотографию только если рядом есть еще что-то. Например, ФИО или там номер телефона. А сама по себе фотография — это вообще ничто. А как только ввели закон о биометрии, и биометрические данные, как сказать, приравняли тоже к персональным, ну, так, очень грубо, все сразу начали говорить: это не биометрические данные, это массив точек. Особенно если от этого массива точек взять прямое там, или обратное преобразование Фурье, вроде как деанонимизировать человека назад вы из этого преобразования не можете, но идентифицировать вы его можете. Но чисто теоретически закон эта штука не нарушает. Ну вот, как бы так. Это, кстати, я тоже делал другое исследование, это алгоритм, который строит трехмерную реконструкцию лица по, соответственно, открытым источникам. Берем аккаунт в Инстаграме, и можно потом личико на 3D принтере распечатать. Кому, кстати, интересно, у меня есть ссылка в открытом доступе, если вдруг кто-то захочет чей-то iPhone разблокировать. Шутка, iPhone нельзя разблокировать, там качество снижено. Вот. Но, тем не менее, это первая, да, штука. А вторая, вот я касался истории о том, что информацию в основном получают из окружения пользователя. Вот это, правда, это я в 2017 году картинку рисовал. Это среднестатистический пользователь там, российских социальных сетей, вот он внутри. У него в среднем там где-то там 200-300 друзей, его друзья друзей и друзья друзей друзей. Спасибо социальным сетям, которые ввели алгоритмы умных и лент, интегральных лент, якобы для увеличения вашего столкновения с каким-то там интересным контентом. Но это позволяет, даже не так, вот это количество людей могут в любой момент, в случайный момент увидеть контент, который вы производите. Да, даже если у вас аккаунт ограничен какими-то верхними уровнями приватности, там только для друзей, друзей, друзей и так далее. Вот это, вот друзья друзей. Если кто-то как бы думает, что когда он
в ВК выбирает мои посты, видят друзья друзей, то как бы три рукопожатия — это примерно где-то 800 тысяч человек. То есть, что в принципе не так мало, но зависит от вашего контента. Да? Может быть, вы какие-то там, не знаю, стримы неприличные ведете, и вот как бы все эти друзья друзей могут с этим контентом взаимодействовать. На самом деле... Друзья друзей — это внутренний круг, второй. Вот этот человек, вот это его друзья, это друзья друзей, а это друзья друзей друзей. То есть, да, короче, да, конечно. Но кто-нибудь из них может быть там куда-то что-то перепостить, плюс у всех людей есть лента лайков там и всего прочего, которые на самом деле, скорее всего, отменят, потому что это тоже не очень, как сказать, такая лицеприятная штука, но тем не менее, есть такое. Вот, поэтому в любой момент контент может куда-то попасть, как-то так. ВК на самом деле же в том году еще запустили супер закрытые профили, вот, но им пока воспользовалось очень малое количество людей, не буду говорить какое, но малое, вот, поэтому возможно, когда-то люди и додумаются до этого, я на самом деле искренне на это надеюсь, и все исследования направлены на то, чтобы людям, как сказать, понять масштаб проблем, да, потому что пока кого-то конкретно не коснется какие-нибудь страшные вещи, они никогда об этом не подумают, вот, окей. Ну, идем дальше. Любой, да, специалист по праву в области персональных данных всегда говорит следующее. Никогда не нужно объединять различные источники данных, потому что тут у вас лежат, там, не знаю, имейлы, они типа одни неперсональные данные с какими-то обезличенными идентификаторами, а тут ФИО. Если это все объединить, то вроде как это станет персональными данными. Вообще нужно, да, сначала, наверное, было правильно бы коснуться все-таки этой темы, но я думаю, что вы уже погружены в нее и в курсе, как, может, законы работают. На самом деле, никто не знает, что такое персональные данные. Это важная концепция. Я всегда прихожу, когда куда-нибудь в госорган, я говорю, бутылку коньяка тому, кто мне скажет, что такое персональные данные. И никто сказать не может. Почему? Не потому что они глупые, а потому что никто не хочет брать ответственность на себя. Потому что если Роскомнадзор скажет, что вот это персональные данные, завтра кто-то что-то сделает, они будут виноваты. А они, органы исполнительной власти, вообще как бы не должны ни за что отвечать. Но суть в том, что в законе четко прописано, что персональные данные — это те данные, по которым можно идентифицировать человека. И там дан пример. ФИО, адрес домашний, номер телефона. Но мы с вами знаем, что идентифицировать человека можно и по тому, как он на кнопки нажимает, и по тому, как он взаимодействует с интерфейсом, да, и по каким-то другим косвенным параметрам. На самом деле, если кому-то потом интересно, практически в каждой сфере есть огромное количество лазеек, да. Вот, например, начали все ставить точки для захвата MAC-адресов. Сталкивались с таким, да, наверняка. Умные или, не знаю, жадные производители мобильного оборудования типа Apple и Google быстро ввели алгоритмы, которые выдают случайный MAC-адрес для того, чтобы вас нельзя было идентифицировать, когда вы по городу идете и всем отправляете свой MAC-адрес. Но умные ребята еще дальше додумались до следующей истории. Например, вы можете получить лицензию мобильного оператора. Получив лицензию мобильного оператора, вы получите доступ к такой штуке, называется протокол SS7, по которому вы будете видеть некий такой эфир мобильных операторов. Там есть куча всевозможных идентификаторов, которые не являются персональными данными. До этого это был email, а сейчас прям вот буквально кто-то снял с языка и решил ввести в России, значит, уже инициатива такая, ввести единую базу этих email. Она вроде как есть, но тем не менее. Но есть еще, например, куча идентификаторов, например, EMCI, идентификатор мобильного оборудования, который не является ни персональными данными, не привязан к каким-то другим вещам. Что говорите? В России не является персональными. Да, 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 да. Вот. И, соответственно, его можно сохранить без какого-то законодательного преследования, а потом с кем-нибудь обменяться этим идентификатором для того, чтобы, собственно, с человеком как-то потом прокоммуницировать. Тем не менее. Ну, в общем, суть в том, что все сейчас очень сильно озабочены объединением данных одного с другим, и большинство компаний, которые делают это объединение, они даже не задумываются об этом. То есть, например, банк пришел, заключил соглашение или неразглашение с компанией, которая делает скоринг, свалил ей 100 тысяч своих клиентов. Не всегда у этого банка в соглашении есть пункт о передаче данных третьим лицам. Эти клиенты что-то там отскорили, и непонятно, куда это потом база пошла, не пошла. У большинства компаний в России практически нет культуры
структуры, не знаю, удаления данных, какого-то с ними дела, обязательно этот Excel где-нибудь у секретаря потом на компьютере и повиснет. Но суть в том, что есть очень много схем, которые вроде как околозаконные, то есть законные. Например, история следующая. Вот из 15 крупнейших российских банков только двое являются собственным смс-шлюзом. Это Тинькофф и Альфа. То есть они сами шлют свои смс-ки. Остальные банки используют смс-шлюзы для отправки смс к конечным клиентам. Эти смс-шлюзы практически всегда имеют право анализировать этот контент типа на предмет безопасности и каких-то своих выводов для того, чтобы потом продавать агрегированную статистику. Эти смс-шлюзы дружатся с операторами, фискальных данных, которые оперируют чеки. И получается следующая штука. Вы пришли на кассу, оператору фискальных данных, там, не знаю, дали, не дали свой номер телефона, он каким-то образом там привязан. Вам на номер телефона приходит смс-ка. Мобильный, шлюз этих смс-ок видит последние 4 цифры карты и номер телефона. Во временное окно мы знаем, в какой момент вы совершили транзакцию из оператора фискальных данных. А в смс мы знаем теперь уже, на какой номер пришла информация о списании такой-то денежной суммы с такими-то 4 последними цифрами карты. 4 последние цифры карты идентификаторами вас не являются, не нарушают закон, потому что по ним вас невозможно деанонимизировать. Суммы транзакции тоже нет. Но если вы договорились с оператором фискальных данных, вы знаете, в какое временное окно плюс-минус 5 минут вам эта смс-ка должна прийти. Таким образом, вас быстренько в ОФД привязали к вашему номеру телефона. А ваш номер телефона привязан к рекламным идентификаторам и вообще ко всему-всему-всему, почему вас можно потом догнать. Пришли в магазин, и вам потом, значит, еще какую-то чушь присылают без разрешения. Я думаю, что здесь, в этом зале, вряд ли есть хоть кто-то, кто писал заявление в ФАС на спам. Вряд ли есть. Ну, кроме меня, наверное, да? На самом деле это очень круто работает. Правда, придется 1.5 года подождать, но ФАС реально проведет проверку, прям кто, как, кому передал данные, почему, куда и так далее. Ну, вот. В Беларуси у нас нету ФАС. Да, я понимаю, но... Другая страна. А, же, разве... Другая страна. Да, я понимаю, но... Аналог же наверняка есть какой-то. Хорошо. Хорошо, ладно, плохой пример, сори. Вот, ну и это, как сказать, не суть важно, потому что среди моих друзей я никого не знаю, кто вообще в принципе о существовании подобной истории знает, что можно пойти написать, и они потом там еще год будут работать. Да, вторая история, на самом деле, которая тоже в России очень развивается, но я думаю, что вы аналог у себя найдете. У меня есть парочка знакомых, я очень люблю так делать, когда госорган с тобой плохо общается, не знаю, там какой-то банк или еще что-то, ты говоришь, дайте бумажку, и пишите на бумажке, согласно пункту 14, 152 ФЗ, прошу вести обработку учетных персональных данных в бумажном виде. Да, я не знаю, как точно это в Беларуси делается, но наверняка это делается. По российским законам вам не имеют права отказать на основании этого в услуге. Да, я даже знаю много людей, которые в Mail.ru подобное отсылали и просили вести учет их персональных данных в бумажном виде. Mail.ru очень долго, как сказать, отбивалась от этого. Да я даже знаю с одного разработчика с Яндекса, они даже пошутили, они удалили его аккаунт в ВК и прислали ему пачку распечатанных скриншотов. И сказали, что они будут присылать ему скриншоты каждый раз, когда он захочет обновить свою страницу. Смешно, да, но тем не менее это как бы реальная альтернатива, если кто-то прям реально переживает за данные, с одной стороны. А с другой стороны, тот же РКН мне говорил, что вот это вот соглашение об обработке персональных данных, оно формальное. И закон предусматривает еще несколько вариантов дачи этого согласия. И что, например, вот меня пригласили сюда на мероприятие, и если, например, Human Constant может, например, не заключать в рамках там российских законов со мной соглашение об обработке персональных данных, потому что факт того, что я сюда приехал и типа согласился уже тут выступить, и является фактом как бы разрешения на обработку персональных данных. Все равно берут эти бумажные разрешения, но вот РКН подобную штуку мне говорил, что как бы это вообще не факт. Скорее всего, они когда-то отпадут. Я надеюсь, что в России никогда не создадут единого оператора, прости господи, персональных данных, потому что хуже того, чем сложить все персональные данные в одну корзину, это может быть только сложить их в государственную корзину. Вот. Потому что фиг знает, что потом получится.
с этим всем. Но на самом деле вот суть в том, что большинство компаний между собой обмениваются какими-то данными, идентификаторами. Это может быть магазин с банком, а потом банк, не знаю, с соцсетью, соцсеть еще с чем-то. И в конце концов у этих людей появляется некая критическая масса знаний, которую можно каким-то образом использовать. И все эти знания, правда, сейчас пытаются сохранить на своей стороне, но тем не менее потом это все равно попадает, не знаю, в какой-то рекламный трафик или еще куда-то. Окей, да, передача данных третьим лицам – это самое веселое, на самом деле, что может быть, потому что в законах не описано, что это за третьи лица, да, кому они вообще третьими должны считаться. Это, кстати, очень распространенная фраза американских адвокатов, да, у них там это third parties. Кто, да, третий, кому вы считаете третьими лицами? Бабушку, прабабушку, даже был в Америке такой прецедент, когда, чьи-то данные раскрыты были, человек подал в суд, и они доказали, что этот человек через нескольких друзей знаком с владельцем данных, и там какое-то количество рукопожатий, привели какие-то странные социологические исследования, таким образом доказали, что эти люди не могут считаться третьими лицами друг к другу. Смешно, но факт передачи, да, подобных данных, он очень, как сказать, распространен. Да? Даже если вы заходите на сайт, на котором стоит некий там счетчик для идентификации, этот счетчик имеет право передавать данные этого трафика куда-нибудь. Этот Clickstream, не знаю, владельцам рекламных платформ, чего угодно, порнохабу, например. Порнохаб, если вы, кто-то из вас, не знаю, веб-разработчик, вы зайдите, посмотрите просто, какое количество пикселей отслеживания стоит на сайте Порнохаба. Да, просто заходишь, там огромное количество JavaScript загружается, типа для улучшения работы сайта, на самом деле там и кросс-доменные куки ставятся, и чего там только нету, потому что эта информация всегда очень, как сказать, высоко ценится на рынке там Clickstream. Никто, естественно, из крупных игроков никогда публично не рассказывает о том, кому он как продает данные. Из-за этого, например, в Европе сейчас пытаются судиться с Facebook, как раз-таки после введения GDPR, Европейский Союз пытается с Facebook стрясти собственно раскрытие алгоритмов перепродажи данных третьим лицам. Facebook этого не делает и пишет, и как бы заявляет во всеуслышание, что он этого не делает, потому что они корпорация мира. Это я цитирую из письма, что они мне прислали, да, они против, значит, зловредного применения технологий, особенно если вы распознавание лиц Кремлю продаете. Ну, в общем, суть в том, что на самом деле Facebook это делает не совсем, как сказать, честно. Главная его цель, и главное, что произойдет, как только подобный механизм раскроется, можно будет реально посчитать маржинальность рекламы. Можно будет понять реальную стоимость рекламных объявлений. То есть, условно, если сейчас Facebook говорит, что стоимость рекламного показа вам 5 рублей, и мы вам продаем его за 3, а типа 2 рубля нам остается, то по факту, и они говорят, да, что условно, там, не знаю, они там 5% прибыли получают с этих рекламных показов. На самом деле это не 5%, а 505%. Потому что если этот алгоритм всплывет наружу, кому и как Facebook сколько раз передал Clickstream данные там о посещениях, данные пикселя всевозможным этим рекламным сетям, окажется, что они зарабатывают денег гораздо больше, чем, собственно, говорят об этом. И дело здесь не в самих деньгах, а в том, что они вам говорят, что стоимость клика рубль, а на самом деле там это сотни копеек. Ну, в общем, суть в том, что все, естественно, пытаются, как сказать, сокрыть подобную передачу, неважно, рекламного, нерекламного трафика, но она есть. К сожалению, юридически никак невозможно узнать это, потому что компании частные, и все, что у них внутри, это их, собственно, частное право и их коммерческая тайна. Вот. Но подобные истории там очень часто, например, всплывали. Есть у меня тут картинка? Да, последняя картинка, на самом деле, из этой презентации. Она смешная. И суть ее в том, что есть некие категории людей, которые очень сильно переживают за свои персональные данные. И это хорошо, на самом деле. Этот пример про такую категорию людей, как наркобарыги. Вот. Казалось бы, люди, которые очень сильно должны переживать за свои персональные данные, но тем не менее, это исследование, которое проводилось в начале того года с поднадзором компетентных органов. Да, это скрипт, которому дали денег, чтобы он купил в Телеграме, в Торе, там, наркотики, но только у тех людей, которых можно было идентифицировать. На самом деле, практически все наркобарыги московские горят на том, что их номер телефона вообще его нигде нет, ни в каких открытых источниках, но рано или поздно на Авито они что-нибудь продадут. Да.
почему можно будет понять примерное местоположение этих людей. Ну, суть в том, что красные точки – это где люди живут, а зеленые – это куда они ездят оставлять, вы сами знаете что. Да, это была одна из частей алгоритма, который прогнозировал расстановку патрульно-постовых служб. Но суть в том, что вот эти московские ребята, они всегда стараются по диагонали поехать подальше, да? То есть они считают, что если они сверху слева живут, то они должны сверху справа поехать, и там их точно никогда не найдет. Это я вам на самом деле говорю к тому, что если люди пытаются как-то, если вы пытаетесь как-то скрыться от вездесущих алгоритмов, реальный самый крутой вариант – это просто менять модель поведения. Установить там какой-нибудь там типа ГОСТЕРИ для, не знаю, рандомизации посещений, владений и так далее. Есть даже алгоритмы, господи, плагины, которые размер браузера на пару пикселей меняют для того, чтобы нельзя было там подпись, фингерпринт браузера посчитать и как-то вас там идентифицировать. Но вот тем не менее. У меня все, если у вас есть вопросы, давайте, вот есть ссылочка на презентацию. Спасибо. Так, ну что, да, давайте вопросы. Скажите, пожалуйста, с точки зрения использования ТОРа, с точки зрения отслеживания трафика, рекомендуете или не рекомендуете? ТОР нет, вообще ни в каком виде. Я, правда, не знаю, как в Беларуси, в России вообще ни в коем случае туда не заходить. Потому что практически большинство грейс-нот верифицированных, они внезапным образом добавляют некие пакеты к вашему трафику. Не знаю, какие, но если вы посмотрите, то практически, ну, есть ноды, которые маркируют трафик. Непонятно, кто это делает, в каких целях, но кто-то его маркирует, заголовки, для того, чтобы потом можно было понять. А как бы в Россию сейчас весь трафик хранится, пусть он хранится в зашифрованном виде, и все троллят пакет Яровой на тему того, что вы храните зашифрованный трафик, но он остается промаркированный. То есть как бы использовать его, расшифровать нельзя. Что говорите? Я говорю, в Европе там уже хранится, по-моему. Да, я понимаю. 10 уже как-то. Да, ну просто я к тому, что все смеются над этим, что вы типа храните HTTPS, который невозможно прочитать. Контент прочитать нельзя, но понять, откуда пакеты шли, определенными алгоритмами можно, там по весу пакетов, по длине и так далее. А когда у тебя есть все под колпаком операторы, господи, провайдеры, у которых есть, соответственно, все магистральное оборудование и все паспорта, да? В общем, вы поняли, да, к чему я говорю? Для ТОРа? Вообще. Ну, не знаю, я на самом деле хромом пользуюсь, но исключительно потому, что там панель разработчика самая удобная. Вот. Если вдруг мне когда-нибудь понадобится куда-то зайти, я пойду в какую-нибудь кафешку. Правда, там не стоит авторизовываться на настоящую сим-карту, но тем не менее. Говорили о каких-то студентах, вы где-то преподаете, либо какие-то курсы? Или... Да, у нас есть магистратуры по журналистике данных. Мы там обучаем журналистов собирать данные, анализировать. Вот они подобные исследования периодически делают. Если вот в Фейсбуке, ВКонтакте, вот небезопасно выбирать странный парашют с друзьями, да, чтобы потом получить контекст, в каком приложении небезопасно? Вопрос в том, что вы считаете как допустимым уровнем безопасности. То есть, как бы, в принципе, слова «безопасный» нету, да? То есть в зависимости от того, что вы считаете допустимым. Некоторые считают допустимым там через Facebook интимными фотографиями обмениваться, а какие-нибудь, не знаю, сотрудники спецслужб считают, что все, что было сказано через рот, даже самому близкому человеку, оно уже как бы по факту небезопасно. То есть, условно, если вы не хотите что-то, чтобы как бы соцсеть что-то узнала об этом, то да, лучше не писать. Безопасных приложений я не знаю, я боюсь, их нет. И это нормально с точки зрения, что как бы любому владельцу любого приложения нужно его как-то монетизировать. Даже если это приложение бесплатное или это, не знаю, СМИ какое-то, оно вроде как бесплатное, но ему же все равно нужно жить на что-то. Поэтому безопасного нет ничего. Вы должны только для себя решить, как сказать, что вас устраивает. Да? Чем вы пользуетесь? С соцсетями? Ну, из мессенджера. А, из мессенджеров? Ну, я пользуюсь главным государственным мессенджером Российской Федерации, Телеграмом. Вот. Что говорите? Слушайте, я не очень разбираюсь в мессенджерах.
Честно говоря, я ни в защищенность ничего не верю, потому что это было бы, наверное, очень странно. Хотя, вроде как, Telegram — это open source, и его алгоритмы шифрования раскрыты, но это тоже такая хитрая штука, потому что open source — там клиент, да, а серверов никто не видел. Думаю, что нет. В Viber очень много спама, ботов и так далее. Фиг знает, мне кажется, там как-то все не очень хорошо работает. А у меня к тебе вопрос, смотри какой, ты пару раз так вовсе об этом говорил, да, про то, что там вот государство, да, слишком много, если данных, то это не очень хорошо. У корпорации слишком много данных, но это просто жизнь, да? Так кого боятся больше, корпорации или государство? То есть где подводные камни? Блин, это очень сложный вопрос. На самом деле он граничит, это, как сказать, сложный этический барьер в плане, что типа человеку, если ему нечего бояться, он не нарушал закон. В принципе, ему вообще зачем нужна приватность? Хотя я так не считаю, государство так считает. Может быть, как бы в этом есть какое-то зерно правды, но тем не менее. Слушай, я боюсь больше всего, на самом деле, хакеров, ну или какую-то вот такую вот жесть. На самом деле, самая большая жесть, которую я видел в жизни своей, вот реально из всей этой темы, где-то 1.5-2 года назад в Подмосковье поймали педофила, и во время следственных действий у него на компьютере нашли несколько самоучителей по питону, скрипты, API ВК, он собирал аккаунты девочек, анализировал, кто из них находится в ближайшей близости, собирал контент, который, ну, короче, ты понял, да? Вот это самая большая жесть, которую я видел. И вот этого я реально, на самом деле, боюсь, что в один прекрасный момент кто-то вот что-то подобное учудит. Да, вот как-то так. Но на самом деле, да, такой еще маленький офф-топчик. Вот Европейская организация там, государственной безопасности в том году делала доклад о том, что там процентов где-то наверное, на 20, на 25, что ли, увеличилось количество краж с банковских счетов, когда взламывали этот секретный вопрос. Да, то есть вы пишете секретный вопрос, подумайте просто сейчас о своем секретном вопросе в банке и подумайте, смогу ли я узнать на него ответ из открытых источников. Да, ну если у вас там девичья фамилия матери стоит или любимое блюдо, ну вот как-то так, да. Ну, в общем, люди анализировали аккаунты, на основании этого понимали кличку любимого питомца, как-то так. А, вы говорили, что вот компании, корпорации собирают, ну, при помощи алгоритмов, да, информацию. Вы наверняка знаете, там, как можно обойти. Я конечно, да. Слушайте, но вот на самом деле была движуха людей, которые через специальный фильтр прогоняли одно время фотографии для того, чтобы этот фильтр ломал, соответственно, анализ там изображений, да, нельзя было потом как-то этих людей идентифицировать. Вопрос в том, что вот я вам приводил пример, что Facebook боролся с криптографией сообщений. И если эта штука какая-то появится и приобретет массовый характер, наверняка соцсети будут с этим бороться. Но плюс сейчас распознавание на самом деле образов работает очень хорошо. И это граничит с тем, что тот достаточный уровень, чтобы сломать эту фотографию для того, чтобы сломать алгоритм, который распознает эти образы, вы, скорее всего, на ней уже ничего понятно не будет. Вот. Ну, всевозможные глич-фильтры очень хорошо работают, если это сильное прям вот смещение по половине фотографий. Но ваш аккаунт тогда приобретет все цвета ЛСД. Вот. Ну, это, в общем, такая штука. Но я просто, на самом деле, чисто теоретически не считаю очень страшным, да, если, например, там Facebook узнает, какая у меня машина. Наверное, если я в машину не буду авторизовываться через Facebook. Сталкивались ли вы с пользователем, который при... заставлял бы вас его удалить, знать, уважать, ну, удалить, получить доступ. Вот сколько, я так понимаю, что вы большими массивами данными оперируете. Если, конечно, вы соблюдаете закон, то наверняка уведомляете об этом. Да. Могут к вам обратиться. У нас... 100%. Сейчас расскажу. Ну вот сейчас, на самом деле, будет интересно. Я посчитаю еще, сколько людей зайдут. Потому что обычно после мероприятия всегда 15-20% заходит, заполняет форму на удаление данных. Есть такое. Реально это где-то 7-8% закрытых аккаунтов, которые мы не анализируем. И примерно, наверное, 5 человек из 1000,
который просит свои данные удалить. Вот. Это очень мало. Ну, как бы, даже на мой скромный взгляд. Проблема здесь следующая. Есть такая штука, как закон о забвении, но закон о забвении, по крайней мере, в России юридически применяется только к поисковым системам. Там прям написано «поисковые системы». И то это удаление только ссылок на материалы, а не как бы сами материалы. Для того, чтобы реально что-то удалить из интернета, придется как бы все эти, как сказать, источники обходить. Поэтому я это вообще в принципе не верю. То есть мы стараемся пользователей предупредить о том, что как бы нужно сначала подумать, перед чем публиковать. Вот. Ну, то есть вот такая штука. Пока этот процент очень мал. Вот. Это где-то там 5-7 человек из 1000. Да, к слову о законе о забвении, все знают такой крутой кейс, как Сечин против РБК. Да, закон о забвении сработал, статью удалили, но она есть везде. Да, то есть как бы понимаете, да, что если что-то попало в интернет, оно уже никогда тут не пропадет. Да, давайте. Не считаешь ли ты, что люди, которые удаляют свои аккаунты и пытаются, ну, скажем, там, стать черной дырой, будут находиться в более невыгодном положении относительно всех остальных, да, там, экономических агентов? Скорее всего, да. Но, возможно, на самом деле это положение невыгодное для них самих будет. Потому что есть же куча всяких там скидок или еще чего-то, каких-то там предложений, которые от них зависят. Но чисто теоретически, если человек удаляет аккаунт сейчас, такое очень популярно, да, у всяких экстремистов, когда они удаляют аккаунт, делают фейк, но продолжают с тем же контентом взаимодействовать, с того же всего и так далее. То есть этого человека, опять же, можно идентифицировать. Особенно если это в рамках одной и той же социальной сети с одного компьютера, это как бы вообще вопрос. Но элементарно просто по модели там потребления контента можно будет аккаунт этого человека найти, это если как бы такая задача. Вот, не знаю, я надеюсь, что в ближайшие там 5 лет появится какая-то технология монетизации этих данных, когда человеку реально можно будет заплатить деньги, сказать, вот ты либо сам заплатишь, и мы твои данные использовать не будем, а я думаю, что если в каком-нибудь Инстаграме введут платную подписку, ей никто не воспользуется. Поэтому альтернатива того, что только пользователям что-то платить за их данные. Но думаю, что это не очень скоро, потому что лобби страшных корпоративных ребят не даст такой законопроект провести. Хотя это было бы прикольно. Но здесь вопрос в том, что невозможно оценить реально стоимость данных одного человека в какой-то один конкретный момент времени. Добрый день. Совсем недавно появилась новость о том, что Facebook намерен на все свои проекты интегрировать, включая Instagram, Facebook, там, WhatsApp и так далее. Как, на ваш взгляд, с точки зрения персональных данных, когда сейчас у меня на смартфоне, допустим, эти программы висят как бы отдельно, но они все равно... Ну, я понял. Что будет дальше? Ну, юридически данные и так принадлежат Facebook, и он может их бесконтрольно внутри себя объединять, поэтому думаю, что ничего не изменится. То есть, как бы, в принципе, единственное, что теперь достаточно будет взломать одно приложение для того, чтобы сразу все получить. А Facebook у нас... Я надеюсь, они смотрят, да, страшно дырявые ребята вообще во всех местах. И вот последнее время появилось очень много информации об утечках данных из Фейсбука. Это же появилось не потому, что Фейсбук внезапно стал эти данные терять, а потому что GDPR... Что? Нет, GDPR теперь заставляет компанию заранее предупредить. И самый там огромный штраф в том случае, если утечка данных произошла, а компания это умолчала. И поэтому Facebook сейчас сам об этом рассказывает. Это не говорит о том, что до этого этих утечек данных не было. Вот, как-то так. Здравствуйте. У меня вопрос по поводу хранения данных. То есть сейчас каждое государство вводит закон по поводу того, чтобы данные граждан хранились на территории этого государства. Допустим, что достаточно, какие условия достаточно соблюсти для того, чтобы этот закон выполнять для какого-то интернационального приложения, вот, например, Facebook, да? То есть база данных одна. То есть каким образом... Я понял. Чтобы соблюдать эти условия. Слушайте, юридически вам достаточно просто сервер арендовать в этой стране, на него что-то положить. Проблема в том, что нет компетентного контролирующего органа. Ну, так вот, данные Facebook в России не лежат.
Роскомнадзор с ними борется. У Фейсбука есть часть серверов, на которых лежит интерфейс этого самого Фейсбука. И проверить невозможно, где по факту данные лежат, как они синхронизируются. То есть трафик, допустим. Что говорите? Трафик проверить. Трафик проверить, да, но трафик же может куда-то потом в какую-то магистральную точку уйти. Плюс между серверами может быть что-то типа VPN или еще кто-то. Ну, то есть чисто теоретически никак невозможно проконтролировать, что, не знаю, там системный администратор в один прекрасный момент на этот сервер не зайдет и что-то оттуда не заберет. То есть как бы этот закон, он на самом деле не совсем о, как сказать, о защите, но сделан не ради защиты данных, а чтобы компании открывали представительства, платили налоги и хранили железо на территории страны. Вот. Но это, на мой взгляд, очень странная какая-то инициатива, честно говоря. То есть достаточно фактически интерфейс хранить? Юридически? Нет, но к вам может кто-то прийти и проверить, что у вас там данные лежат. Да? Но вы можете показать какой-то Excel, никто не сможет это проверить просто, и вряд ли кто-то будет это проверять. Сейчас просто по IP-адресам смотрят, что IP-адрес сервера, привязанный к домену, находится на территории страны, дальше не проверяют. Теперь, наверное, ко мне придут проверять. Такая новость. Много где перепечатано, что был вот из Microsoft чувак, выложил, сделал сервис для проверки своих, ну, Ахендон назывался. Ну, что типа не утекли ли ваши те самые пароли. На самом деле, после тех же утечек в Фейсбуке, Фейсбук всегда запускает какие-то резервные сайты, на которых можно проверить, да, свой имейл, что он там не попал в эту базу. Опять же, GDPR это требует. То есть, если ты такую штуку типа не сделаешь, то тебе будет не очень хорошо. Поэтому все представляют сейчас эти проекты, как это наша инициатива, на самом деле закон это требует. Вот, ну, в принципе, это очень крутая штука, но я бы не очень доверял подобным сервисам, по проверке, если туда нужно отправлять что-то сложнее твоего пароля, да, потому что много у кого пароли одинаковые. Ну, чисто такая просто. Вот об этом, собственно, был вопрос, потому что там просто e-mail вводишь, и всегда говорят, что, где, там, сколько раз он был сконтролизирован. Да. Сколько это меняет пароль? Я на самом деле не доверяю таким штукам, потому что как бы привязать вас потом к этому браузеру, к реальному аккаунту очень легко, особенно если вы пользуетесь сервисами тех же людей, которые этот сайт запустили. Это как было в том году, когда Facebook прислал, что если ваши интимные фотографии утекли в Facebook, вы их нам отправьте, и мы проверим, где они упоминались. Я не знаю, что это за пиар-кошмар, кто это в Фейсбуке это придумал, но реально такое было. Ну, то есть они хотели сравнить просто, никто ли в личных сообщениях не пересылал ли вашу обнаженку. Ну, в общем, вот такая штука. То есть, в принципе, это преследует благие цели, но максимально странно. Я бы этому не доверял. И еще один вопрос, если можно. Но реально для обычного пользователя, насколько все-таки оцениваются риски утечек? Ну, смотря что за данные. Риски ущерба от утечек. Я понял. Смотря что за данные там хранить, я думаю, что они не очень большие на самом деле. Самое страшное, что если утекут куда-то имейлы и пароли, а у вас так пароль стоит везде, да, тогда как бы да, но это уже риск этого человека. Я на самом деле считаю, что пользователям вообще в принципе мало чего стоит бояться. Но если они, конечно, не какую-то расчлененку хранят в Google почте, да, ну то есть. На самом деле очень много было примеров, когда вот самая известная история в Гугле, когда, значит, там в Юте, что ли, девочку похитили, ее не могли найти, и в один прекрасный момент похитители ее фотки прислали во вложение, заархивированном. Да, и Google, сканируя это вложение, обнаружил там, в принципе, признаки детской порнографии, всех нашли. Они еще потом ухитрились Google в суд подать, что они тайну переписки нарушили. Вот, и это разбирать это достаточно долго проходило, но. Тем не менее, я считаю, что обычному пользователю бояться особо нечего, да, ну, если он, не знаю, не выкладывает паспорт свой в открытый доступ. Но это очень такая двойная история, смотря что за данные и что за пользователь. Может быть, сейчас ничего страшного, а через 15 лет, когда он станет каким-то чиновником, вот, то его вот эти какие-то материалы всплывут. Ну, как-то так. Спасибо. Вы говорили немножко про то, что делаете исследования для государства, государственных органов и служб, и работаете с ними. Может быть, немножко подробнее расскажете о каких-то актуальных проектах, а даже больше, если можете, про те проекты. С одной стороны, первый вопрос составляет актуальные проекты, а второй вопрос,
были ли какие-то вот такие предложения от государственных органов? Неприличные. Да, когда вы думали, что может быть не надо это делать. Я вам расскажу, да. Прям сразу я это всем рассказываю, потому что мы с этим человеком в Твиттере долго ругались. Из команды Милонова мне как-то пришел запрос на поиск учителей, которые гей-порно смотрят. Вот. Мы сразу сказали, что нет. Но есть, конечно, такие письма приходят, очень часто это связано с какими-то оппозиционерами, митингами. Мы такой ерундой не занимаемся, потому что нас и так все говном обливают. Вот. Ну, я этого как бы не стесняюсь. У нас по поводу ГОСов политика следующая. Мы разрабатываем софт по трехмерной реконструкции, распознаванию лиц, анализу данных. Ой, прошу прощения. Что конкретно они делают, очень сложно сказать. Но из модели это прогнозирование преступлений, все, что связано с госбезопасностью, внутри города, перемещение людей, геомаркетинг и так далее. То есть от размещения объектов внутри городской среды до идентификации там, педофилов, насильников, маньяков и всяких нехороших ребят. Честное слово, вот никакими оппозиционерами мы не занимались. Ну, может, нам не говорят об этом в лицо. Да? На самом деле, это просто очень большая проблема сотрудничества с госами, потому что не всегда же объясняют, что за задача. То есть тебе говорят, что вы сделаете софт для идентификации домохозяек, а они на самом деле потом вообще что-то другое собираются с ним делать, у них там все ломается. Плюс государство — это очень интересный и странный клиент, который постоянно пытается свои какие-то 3 копейки вставить в твое исследование, да, и зачастую их подходы и понимание машинного обучения очень поверхностное. Например, у меня есть отдельная лекция о ошибках машинного обучения, я там всегда привожу в пример, что когда мы делали систему прогнозирования преступности в Подмосковье, там заказчик сказал: там, где продают арбузы, увеличьте, пожалуйста, коэффициент раза в 4. А потом, на самом деле, оказалось, что места продажи арбузов, они нифига не криминальные. Вот. Но это ошибка того, что просто человек вносит свои мысли. Короче, государство — прикольный клиент, там очень много интересных задач. Большинство сводится к вот подобным моделям прогнозирования чего-нибудь. Чаще всего это какая-то, как сказать, городская инфраструктура. Вот как-то так. Спасибо. Я думаю, что все, а то я что-то рано закончил до кофе-брейка. А есть какой-то источник, где можно следить за вашими исследованиями? Ну, много интересной информации, я понимаю, что еще куча ее где-то за бортом осталась. То есть, ну, там, через пару недель. Страницы, там, еще чего-то, где можно. У меня теперь нет, да, личных страниц. Ну, на самом деле. Понятно, Facebook уже закрыто. Ну, это да, это где-то 4 месяца назад была история. Они нам всем сотрудникам прислали такие большие красивые письма, что вы уроды, Кремлю продаете, там все, короче, вообще нарушаете все, значит, правила Фейсбука. Даже собаки мои прислали письмо, что hello, Mars is a blue corgi, ты, короче, данные собираешь и так далее. Слушайте, у нас ребрендинг сейчас, недель через 2-3 у нас сайты все обновится, и за этим можно будет смотреть. Вот как-то так. Но мы очень ленивые просто в этом плане, честно скажу. У меня вопрос. Вы когда говорили про интернет, что вы бы зашли куда-нибудь в интернет-кафе. Но не идентифицируясь там по своему номеру телефона, а под каким? Ну, нельзя говорить под чужим, да, потому что это призыв к нарушению регламента идентификации. Нет. Но я шучу, я к тому, что просто сейчас практически все кафе идентифицируют все подряд. Там не только номер телефона, там есть и куча пикселей, там идентификация устройства, и MAC-адрес, и чего там только нет, для того, чтобы потом использовать это от рекламных целей до оперативно-розыскных мероприятий. Вот, поэтому с такими штуками нужно быть очень осторожным, потому что не только вы можете что-то написать, а с вас вот так вот могут написать, с вашего устройства, а потом что-то произойдет. Вы, может, видели историю о том, что сейчас делают расследование, как, кстати, в Беларуси тоже сдают аккаунты Фейсбука в аренду. Да. Вот, типа там для реклам казино и так далее, а по факту неизвестно для чего там доступ к компьютеру дают. Ну, в общем, вот таких штук нужно максимально опасаться. А если вы решите реально что-то откуда-то анонимно написать, ну, я пришел бы, на самом деле, да, в кафе и врубил бы VPN какой-нибудь крутой. Но на самом деле, опять же, тоже ни на кого не показываю пальцем, но когда будете покупать аккаунт в VPN, вы проверьте, кому это принадлежит VPN, какой компании, кому эта компания принадлежит и так далее. Потому что большинство игроков рынка VPN, они не совсем как бы хорошие ребята.
Ну, типа того, да. Вот. А еще, кстати, да, ну ладно, в Беларуси это не важно. В России просто хороший VPN проверяют по тому, заблокирован ли там Азия на 777 или нет. Вот. Потому что если нет, велика вероятность, что в течение недели этот VPN-сервис закроют. Ну, в общем, проверять. Все. Артур, вы так много говорили про личные сообщения, что их социальные сети считают, а вот, например, у Facebook есть секретные личные сообщения, которые можно поставить, кроме того, что они шифруются, еще и на уничтожение. Как вы это можете прокомментировать? Ну никак. Я, во-первых, не суперпрофессионал в криптографии, а во-вторых, проблема здесь в том, что сервер Facebook никто не видел, никто не знает, как там это все работает. То есть, условно, в каком там спецификации написано, что это end-to-end шифрование, оно может не такое быть. Или оно end-to-end, но с какими-то там, не знаю, погрешностями или еще с чем-то. Поэтому в этом... То есть, такую штуку реально есть смысл воспользоваться, если вы боитесь, что тот человек, которому вы это отправили, в какой-то момент попытается что-то сделать. Не знаю, например, в Телеграме есть очень удобная функция для отправки интимных фотографий, которая самоудаляется. Когда ты пытаешься сделать скриншот, она автоматически удаляется. Да, но в айфоне же появилась фотография для записи видео с экрана. И записать видео с экрана можно и так далее. Мне просто очень часто присылают материалы с этой функцией автоудаления. Я никогда не понимаю, зачем. Ну, то есть я же могу сразу скачать. Ну, в общем, это все как бы на ваше усмотрение. А вот у меня микрофон. Я на самом деле немножко злоупотребляю, хотя мне VPN не нужен. Кстати, VPN у нас проверенный. Мы верим. В общем, вопрос про этику. У нас просто есть прекрасный друг из Казахстана, мы его тоже привозили с лекцией, и как-то вот сидели с ним на какой-то конференции и рассказывали про разные вещи, и вот он говорит, вот вернулся из Китая, а он занимается кибербезопасностью. То есть он в чистом виде вот инженер по безопасности, да, то есть человек, которому интересны технические решения. И вот ему интересно. Он говорит, вернулся из Китая, они там такую штуку классную делают. Социальный рейтинг. Ты, кстати, что-нибудь исследовал по этому поводу? Если как это работает у них? Ну, мы как бы в России скоринг продаем, да, я много про это что знаю. Вот, у меня вопрос, ну, чтобы ты немного подробнее об этом рассказал, да, окей. О том, что нас, возможно, всех ждет в будущем. Но еще вопрос про этику. Ну, то есть, он так радостно говорил, вот интересное инженерное решение. Это же так интересно. Да, я сейчас... Да, у тебя есть кодекс этики? Есть, да, кстати. Вот 2 года назад мы его ввели. После как раз-таки истории с Милоновым и всей вот этой вот истории, мы решили внутри как-то пытаться ранжировать эти проекты. Слушай, возвращаясь к рейтингу, это вообще один из суперпопулярных вопросов, потому что СМИ очень сильно демонизируют всю эту историю, что там, значит, людей за границу не выпускают, всех там убивают лазером с Луны. Я вам привожу просто, опять же, да, инженерные штуки. То есть, если вы начнете копать в эту историю, посмотрите, что за параметры входят в этот социальный рейтинг, вы поймете, что там в него входят штуки типа закрытые алименты, судимости, кредитная история. То есть, штука реально с инженерной точки зрения офигенная. Да, ты ведешь, не нарушаешь закон, живешь хорошо, тебе дают низкую ставку по кредиту. Да, у тебя там важная социальная работа, типа учитель, тебе дают там льготное жилье. Всех сначала это смутило, понятно, да, потому что просочились истории, что если ты будешь плохо писать про президента, тебе этот рейтинг снизят, хотя доказательств не было. В защиту рейтинга сажу, против рейтинга скажу, что и алгоритм никто не видел, и никто не знает, какие параметры там по факту используются. Да? Вот. Потом появилась история, что более 1 000 000 человек не выпустили за границу. Им типа запретили выезд. Но на самом деле это не совсем точная формулировка. Вы когда визу получаете, например, в Европу, вам виза там дается из расчета, не знаю, 70 евро в день. Ну, что-то такое там есть. Да? Если вы справку о доходах не дадите, то вам визу не дадут. Вот в Китае просто решили, местный МИД решил пойти чуть дальше. Он просто сразу людей, у которых недостаточно денег, предупредил о том, что если вы захотите поехать за рубеж, денег вам не хватит. Ну и, соответственно, это все потом направили в концепцию, что бедных не выпускают за рубеж.
Это, на самом деле, очень сложная этическая штука, она граничит на некой такой презумпции виновности, невиновности. Но по факту я не могу дать оценку. Но на самом деле, вот главное, что нужно понимать, все эти алгоритмы, которые осуждает общество, проблема не в алгоритмах. Алгоритмы просто позволили очень быстро анализировать большой объем людей. И эту проблему социальную подняли наверх. То есть бот Майкрософта, который обучился на твитах и стал расистом, это же не бот виноват, а твиты, которые он читал. Или, например, компания, которая решает построить модель лучшего, там, идеального сотрудника, проанализировав текущих. И это оказывается, что это белый цисгендерный мужчина с высшим образованием. Да? Это же не модель расиста или там сексиста или еще что-то. Это люди, которые наняли этих людей, не знаю, правы, не правы были, неважно. Ну, то есть, все просто граничит с тем, что искусственный интеллект злой, плохой, и он там мир уничтожит, а на самом деле это, ну, то есть, условно, да, если сейчас, например, российское правительство примет закон о том, что оппозиционерам не давать бесплатное образование, и там напишут софт, который их идентифицирует и лишит их этого образования бесплатного, это же не алгоритм будет виноват. Хотя никто эту мою концепцию не поддерживает, потому что, когда я говорю, что не оружие убивает людей, а люди, все говорят, да ты фашист и так далее. Ну, в общем, это реально очень крутое инженерное решение. Нужно понимать, почему этого, например, в России не будет. У вас этого не будет, потому что вы европейское государство, да, у вас все хорошо. В России этого не будет по многим причинам. Во-первых, у нас не такой уровень доверия к правоохранительной системе, как в Китае. У нас далеко не такой уровень цифровизации. В Китае почему все получилось? Потому что правительство, у них цифровая медицина, цифровая страховая, цифровая полиция. И кто-то умный додумывался, давайте вот это все сложим и сделаем, по сути дела, это программа лояльности. То есть она же, как сказать, ну то есть там больше плюшек, нежели не плюшек. Поэтому я думаю, что да, в России это не введут, потому что нужно сначала оцифровать весь Минздрав, а это задача там на 50 лет, и кто-то должен жизнь свою положить, чтобы это сделать, а никто, естественно, делать этого не будет. Вот. Но, с другой стороны, банки, например, российские, они передовой в мире по скорингу людей, они что только не делают. То есть там и, ага, мужик, так, девушек молодых лайкаешь, там, вот у тебя карта кредитная на любовницу. Но, в общем, там очень все продвинуто. Например, в Америке практически везде скоринг подобный запрещен. Потому что как только тебя, потому что там есть законы, по которым тебе банк обязан объяснить, почему. Ага, потому что компания Social Data Hub за 10 лет хранит историю, и вот тебе там то-то выдала тебе. И давай-ка ты засудишь и одних, и других, а у нас подобных историй нет. Вот. То есть я, в принципе, поддерживаю скоринг, если это не какая-то тоталитарная история. Но здесь вопрос в том, что ее невозможно предугадать, оценить. Это самая сложная история в этике больших данных. Это предугадать социальный эффект, который будет там через 15 лет. Вот я, например, очень долго умоляю просто прокуратуру открыть информацию о, значит, преступности. Реально, данные криминальной статистики – это один из краеугольных камней вообще любой статистики. Все это очень хотят. Но, например, в России криминальную статистику не открывают по очень простой причине. Боятся нарушить демографию внутри городов. Считают, что люди перестанут жить в каких-то городах, а в каких-то, даже не в городах, внутри города все как-то перераспространится. По этой же причине не раскрывают статистику ЕГЭ. Сами понимаете, да, что в какие-то школы люди пойдут, в какие-то не пойдут. Возможно, это правильно, возможно, нет. Но было много проектов. Например, Яндекс одно время, опять же, да, по желтым слухам, не видел, не знаю, решил в модели прогнозирования недвижки добавить количество атак на таксистов. Ну, то есть некий такой подход к уровню криминальности подойти, посчитав количество жалоб таксистов на то, что их там кто-то, не знаю, домогался, угрожал им и так далее. Вот, это быстро свернули внутри компании, чтобы вот подобные вещи не делать. Ну, вот как-то так. Общаетесь, со студентами, общаетесь с аудиторией в своей стране, в нашей стране. И вы заметили, ну, по числу вопросов из зала, что в основном мы еще на той стадии развития, когда мы думаем, что нам нужна конфиденциальность, то есть мы можем спрятаться от кого-то, мы можем свои данные защитить, не предоставив или спрятав, зашифровав. Вот. Если Европейский Союз там перешел уже к следующей стадии, к стадии приватности, которая принимается как контроль над данными, заставить всех, кто твои данные собирает, предоставить тебе контроль, действенный над ними.
Если вот по выборке, по регионам, по социальным слоям, как вы скажете, ну, какая из категорий граждан, людей, больше уже перешла на второй этап восприятия, либо кто еще сидит на первом в основном? Просто тотальное большинство. Я бы сказал, всем насрать. Вот. Но на самом деле, я знаю, кого это волнует сейчас топ-менеджеров. Но по городам в России это Москва и Санкт-Петербург. Активный центр – это айтишники, дизайнеры, креативные профессии, все, кто потребляют, все, кто умеют фильтровать контент, получать новые знания, ну, то есть как бы с таким высоким уровнем, не знаю, интереса к каким-то международным проблемам. В основном это топ-менеджеры, да, айтишники, ну, не считая там специалистов по безопасности, банкиры. Ну, то есть все люди, на которых утечка данных может реально как-то повлиять. Да? То есть если, например, украдут данные какого-нибудь домохозяина, не знаю, из какого-нибудь Калуги, вряд ли у него что-то в жизни серьезно поменяется, если кто-то украдет его, например, там, доступ к Gmail, в котором, не знаю, там, ссылки на сериалы сохранит. Вопрос в том, что закон всех равно защищает, и это правильно, потому что, ну, как бы с точки зрения закона все равны, ха-ха, но самое главное, что невозможно понять, чьи данные будут сколько стоить, пока эти данные не пропадут, к сожалению. Ну, очень сложно спрогнозировать. Вот. Но в основном вот такая категория граждан. Я один раз в жизни видел поголовную, значит, поголовное хранение всего и вся вот в двух компаниях. В одной — это один из крупнейших интеграторов по информационной безопасности, там все вплоть до USB клеем заклеено внутри офиса, и люди там такие же ходят. Я там встретил человека, у которого телефон в мешочке из фольги, прям есть реально. Я узнал, что есть компания, которая торгует специальными такими мешочками. Вот. А второй раз я увидел подобную историю в Блумберге у сотрудников. То есть мы стояли в курилке, и кто-то где-то фотографировался. Один из этих людей сказал: так, ты, чтобы нас там видно не было на заднем фоне, там фотографируй. Я такой думаю: о, ничего себе. Вот, ну то есть не хотелось бы говорить, что это менее 1% населения, но реально, к сожалению, вот в общей массе практически всем все равно. Но, с другой стороны, у меня есть такой скандальный сервис по, значит, контролю действий несовершеннолетних. Давно мы его запускали под слогином «Лучше мы, чем ФСБ», чтобы, значит, предупредить родителя о том, что несовершеннолетний творит трэш перед тем, как, собственно, наш же алгоритм, установленный где-то там, к нему кого-то отправить. В верификации ребенка нужно присылать скан паспорта. Это, в принципе, нормальная практика. Но мы написали, что вы можете обрезать номер паспорта, потому что нас он не интересует. Нас интересует только ваша фотка, вот эта вот, как сказать, голограммка и имя, фамилия. И практически 100% людей, ну то есть где-то, наверное, 95 паспортов из 100, люди аккуратно в фотошопе вырезали эти номера и отправляли только нужную часть. То есть они поняли, что ага, раз им не нужно, то им и не нужно это присылать. И вот, на мой взгляд, это прям какая-то реальная сподвижка. Но это, скорее всего, сподвижка с... На них ее подтолкнуло недоверие к нам. Вот как-то так. Выборка такая определенная, там же люди, которые обращаются к этому сервису, уже продвинутые. Да. А вторая такая же штука, мы в тест в конце того года запускали приложение для знакомств, скоро его перезапустим. Там была контрольная группа в 100 тысяч человек. И там по подходам GDPR в личном кабинете было 15 галочек. Я даю разрешение на, значит, анализ взаимодействия с интерфейсом, на доступ к моей демографии, на доступ, значит, к трехмерной реконструкции лица, на доступ к моим личным сообщениям и так далее. В общем, мы прям максимально расписали всевозможные доступы. Даже где-то есть статистика собранная, кто на что ставил галочки. Но 98% оставили по умолчанию стоять все галочки, при том, что они заходили на эту страничку и, собственно, видели это все, но им наплевать было на это. Вот. А вот эти 2%, их было интересно проанализировать на то, я найду потом, может, пришлю эту ссылку, на то, то есть, что для людей было приоритетно. То есть практически все убрали разрешение на доступ к личным сообщениям, и практически все убрали разрешение на доступ к данным сексуального теста. Вот. Что им там нравится, что они там заполняли всякие свои извращения, шучу. Ну, то есть вот такие вещи. Но это реально людей пнули в этот
ткнули, то есть им интерфейс говорит, внимательно прочитай это, не дает права проскроллить это соглашение до конца. Но это было, вы понимаете, да, что это было сделано исключительно потому, что это был исследовательский проект, и все были предупреждены, ни одна компания, включая нас, когда выпустят это приложение в открытый доступ, не будет заставлять человека читать это соглашение до конца, потому что это, ну извините, как сказать, так это все работает. В условии того, что они зашли к нам, зная, чем занимается компания, зная, что они зашли в сервис, который будет тебе предлагать кандидатов на основании того, какое ты порно лайкаешь, даже на основании этого только 2% прочитали эти галочки и как-то вообще что-то сделали. И то практически никто из них не снял галочку «Доступ к трафику» и там данным о посещении других веб-страниц. То есть в основном в себе всех волновали личные сообщения. Как-то так. А, ну вот, у меня вопрос по защите, да, как бы данных. Вот можно там носить телефон в фольге, да, там делать все эти штуки, вот, а потом оказывается, что ты там вроде как сохраняешь, но потом ты должен свои данные отдать государству, потому что оно с тебя требует, и ты никак не можешь, да. И тут получается, что господрядчики, они все у нас пусть дырявые, вот, а в Беларуси еще такая норма есть, что, типа, если я проверю безопасность своих личных данных, ну, там, реквестик, да, подправлю и получу информацию к ним, то я сразу же как бы уголовник. Вот. Интересно. Да, ну там у нас еще есть там та же самая статья использовалась там для того, чтобы журналисты там по делу Белка, да, там обвинить, что они получили несанкционированный доступ к данным, и ну может тоже там почитать, будет интересно. Вот, собственно говоря, и вопрос. Является эффективной мерой вот, для приватности, ну и вообще для безопасности, да, там частных данных, вот такие ограничения в виде. Я понял. В Беларуси, на самом деле, есть много очень интересных законов. Я буквально недавно узнал, что у вас, я вот все шучу про передачу обнаженки, а у вас это, оказывается, запрещено. Обнаженка можно? Люди за лайк сидят порно. Вот. Что, Гази? За лайк порно. Демонстрация запрещена. Это вообще как-то смотреть странно. Можно. Что? Смотреть можно, передавать нельзя. Лайкать нельзя. Ну, это нельзя. Я понял. Смотреть вместе нельзя. Но сейчас я на вас вопрос отвечу. Я просто вернусь просто к теме «сидят за лайки». В Москве это просто, в России это тема номер один. Вот. Не знаю, как в Беларуси, но, честно говоря, государство, ну вот если статистику анализировать, в Москве 95 посадок за лайки из 100 – это когда люди нажаловались на людей. Кто-то пишет в прокуратуру на другого человека. То есть государство очень редко возбуждает подобные дела. Но тем не менее, честно говоря, мне кажется, это закон абсолютно абсурдный, чушь, и не знаю ни одного реального преступника, который за это посадили. Но эту меру используют просто для того, чтобы хоть что-то человеку, как сказать, вменить. Не знаю, мне кажется, это максимально странно. Думаю, что когда-нибудь это отменят. Называется под колпаком держать. Ну, окей, не могу сказать, на самом деле, просто я не совсем прям про государственное чудовище, но мое восприятие, оно немного изменено. Знаете, людьми, которые приходят к нам, говорят, сейчас секундочку, людьми, которые приходят, говорят, у меня ребенок пропал, помогите найти. Я говорю, я не могу ничего сделать без разрешения суда, да. И вот ты смотришь на этих родителей, которые бы все в своей жизни отдали, они любой бы доступ к любым данным дали, только бы чтобы решили их проблему. Поэтому мне очень сложно подобную дискуссию вести, потому что, с одной стороны, как бы я считаю, что и государство все-таки правильные вещи делает, когда реальных каких-то людей ловят, а с другой стороны, давать им бесконтрольный доступ, это вообще жутко. История. Вот. Возвращаюсь к вашей штуке, сори, что я отвлекся. Я в пакетики из фольги не верю вообще. Ну, то есть иметь мобильный телефон и оборачивать его в фольгу – это какая-то глупость. Просто потому, что ради чего это делать? Ради того, чтобы телефон, ну там, Wi-Fi не подключался, проще его выключить, чтобы мобильный оператор тебя не идентифицировал. Но они и так все равно могут там, не знаю, сигнал трилатерировать и так далее, как-то посчитать это. Не знаю, для меня единственная эффективная мера безопасности – это хранилище, защищенное внутри какой-то там типа локальной сети, может быть, в квартире, да, где можно что-то хранить. Но тут вопрос по законодательству. Является ли законодательство репрессивное к человеку, который хочет свои проверить? Да? Я понял, да. Я на самом деле не знал про эту штуку даже, честно говоря, поэтому не могу вам точно сказать. В России такого нет, хотя там все очень сложно. Наверное, можно проконсультироваться с квалифицированными юристами, и, возможно, какая-то есть лазейка. Может, не знаю, можно в какой-нибудь европейский суд подать, нет, да? Нет,
Ну, не могу вам про это сказать. Мои знания в, как сказать, в праве поверхностные на уровне руководителя компании. Я знаю, чего делать нельзя, вот, чтобы как бы, тебе никто ничего не сказал. Это, конечно, очень печально. Вот, но... Ну, я к тому, что в других странах, допустим, да, в Штатах, там же нормальная практика бывает, что ты можешь протестировать какую-то уязвимость, да, а потом о ней заявить, но не разглашать. Да, баг баунти, я понял, есть такое. Как бы, да, и компании нету механизма, чтобы тебя убрать, как бы, да, потому что это дешевле. Слушайте, но эта штука, на самом деле, она тоже граничит на уровне закона. Да, потому что смотря как вы эту уязвимость найдете, мне кажется, что большое количество денег, выплаченных за эти уязвимости, в Америке были выплачены под соглашение и неразглашение и угрозами засудить этого человека. Фиг знает, тоже как бы свечку не держал. Мы всегда рискуем такой штукой. То есть у меня пару раз сотрудники находили подобные уязвимости во всяких госприложениях, и я всегда говорил, отправьте анонимное письмо лучше, чем вы им скажете, что дырка там, а потом какой-нибудь НИИ придет, который этот сервис поставил, и, ну, в общем, дальше продолжать не буду. Ну, такой вопрос. Вы сказали, что провели опыт, там 15 галочек надо было поставить. Я хочу услышать, ну, ответ на такой вопрос. Допустим, ну, пользователь берет, все ставят, ну, отменяют все галочки. Там, кто проконтролирует это? Ну, понял? Да. Кто и как? Потому что, ну, если нет доступа по сервису, как вы упоминали, то есть, ну, как это проверить вообще? Честно вам скажу, никто и никак. Ну, нет, серьезно, ну то, что вы у Гугла сняли, например, поставили галочку «Запрет рекламного отслеживания», вообще это ничего не значит, что Google будет реально, то есть как бы, к сожалению, даже когда вы во ВКонтакте ставите запрет индексации поисковиков, поисковики все равно это индексируют, а потом просто не выдают эти результаты определенным людям. Это все на уровне отсутствия компетентных органов, которые не могут это проверить. А плюс компании, которые это делают, частные. Ну, то есть, как бы, у Фейсбука правильная и неправильная позиция, она у них одна. Не нравится — не пользуйся. То есть, как бы, они вот такая штука. Поэтому нет, к сожалению, никто никак. Да. Друзья, подруги, у нас последний вопрос, мы уже выбываем все. Пару секунд. Вопрос, пару секунд. У меня только один простой вопрос. А как вы относитесь к вопросу регулирования обработки данных? То есть, их трактовки? Ну, я как представитель компании, я считаю, что рынку нужно, бизнесу нужно саморегулирование. Я верю в том, что ассоциация больших данных может сама все зарегулировать, сама без государства. Я очень не доверяю государственному регулированию и очень не доверяю всем историям, когда государство что-то хочет хранить у себя, потому что каждый кейс показывал, что это очень плохо. Обязательно кто-нибудь приклеит логин и пароль на желтый стикер на монитор и так далее. В общем, я верю в саморегуляцию, плюс ко всему верю в том, что в ближайшие 5 лет мы придем к некой такой открытости. И, ну, даже сейчас это уже вы видите по новостным инфоповодам, что государству очень сложно врать пользователям, пользователям очень сложно врать системе. И это, в принципе, наверное, хорошо. Раз уж у нас сотрудников разведок по фоткам публичным вычисляют, в принципе, все это ведет к снижению, наверное, уровня преступности, ну, чисто математически. Но это, если кому-то интересно будет проговорить про снижение уровня преступности, там очень много есть всевозможных выводов, которые можно сделать. В общем, я за саморегуляцию рынка. Спасибо. Отличный.